есть капсы, мини-обзор. Вот такой берег. Море очень чистое, наверное, потому что здесь галька, мелкие камушки на песок. Хотя сейчас уже вечер, у Бординки в это время уже, да уже раньше, все море взбаламученное такое. Здесь оно чистое и очень близко глубина. Мне это очень нравится. Вода, я не знаю, чего она такая. Она, даже вот если столбик у нее просто стоит, ни руками, ни ногами, не гребешь, не дрыгаешь, вода все равно выталкивает, как бы укладывает в поверхность воды. Она такая плотная. Мне понравилось. Обязательно приеду. Это развлечение для пляжа. Сардинский прокат 500 рублей в час. Парашют на сегодняшний день. На сегодня сильно взяли. Можешь посмотреть других видео рядом. Стоимость 5000 за одного. Если вдвоем 6, а втроем 8. Я раньше думала, можно только с инструктором. Оказывается, нет, вот мы вдвоем с сыном летали. Не забывай на течение. Просто кайф-кайф. Дракон, точнее. Катамаран. Еще полуторачасовые прогулки на катере у нас вчера.